Добрый день. Сегодня, 24 сентября, зарегистрировано 195 подтвержденных ПЦР-случаев. Из них максимальное количество 119 – это город Якутск и 25 районов нашей республики. Мегино-Кангаласский дал наибольшее количество – 9 случаев, Нерюнгринский, Сунтарский, Чуровчинский – 7, Среднеколымский, Сюалданский – 5, Ленский, Хангаласский – 4, Вилюйский, Кобяйский, Мирнинский, Татинский по 3, Верхоянский, Намский, Тампонский, Усьмайский 2 и по одному случаю зарегистрированы в Алданском, Амгинском, Горном, Жиганском, Момском, Амиконском, Оленёкском и Ивено-Бадантайских районах. Из 195 случаев надо отметить, что лица старше 60 лет составляют порядка 19%. Надо напомнить, что у нас действует указ главы о том, что лица старше 60 лет должны находиться в самоизоляции либо на дистанционном месте работы. Кроме того, зарегистрировано 41 случай детей, из них до года 3 случая, от 1 до 6 лет 10 случаев, от 7 до 14 – 20 случаев и от 15 – 17 – 8 случаев. Конечно, надо отметить, что сегодня дети не подвержены вакцинации, поэтому еще раз напоминаю, что вакцинацию детям следует провести от гриппа. Уже есть доказательная база, что грипп также защищает в том числе и от ковида. Наиболее легкие течения происходят как раз у людей, вакцинированных от ковид плюс грипп, и у людей, которые в свое время привились превинаром. Поэтому настоятельно рекомендую обращаться в вакцинальные пункты, проводить вакцинацию для того, чтобы избежать массового заражения, беречь себя и своих близких. Спасибо большое, берегите себя.